На своих вебинарах Александр Ефимович Акселерот открывает каналы с особых мест. Канал открыт, глаза закрыли. Откуда в том числе записана информация и на корректорах? С мест, где много благости, святости, силы. Даже в записи можно чувствовать эти места и напитываться этими энергиями. Днями, месяцами, годами, десятилетиями. Поток энергии священной пещеры открыт. Глаза закрыли. Для энергии нет расстояния и времени. В режиме онлайн можно оказаться в другом месте, как и за просмотром записанного вебинара. В священных текстах сказано, что человек там, где его ум. И правда, о чем думаем, тем и становимся, то и притягиваем. Потому так важно для идущих к целям фильтровать, отсеивать ненужное и настраиваться на нужные для развития вибрации. Переходное время тикает молниеносно быстро, течет, аки бурный горный ручей напевая. Не зевай, успей спрогрессировать, успей.